В области появится новая мера поддержки крестьянско-фермерских хозяйств. Идею так называемого «новгородского гектара» предложил сегодня глава региона Андрей Никитин. Губернатор выступил с ежегодным посланием о социально-экономической ситуации и задачах на 2019 год. По итогам большого мониторинга наших просторов с помощью беспилотных летательных аппаратов «Геоскан» выяснилось, что земель, используемых не по назначению, в области предостаточно. В сельхозобороте только 44% пашни. Считаю, что правильно будет отдать свободную землю людям бесплатно. Не под дачи, естественно, а для обработки и создания собственных ферм. По данным регионального Минсельхоза, свободные мелкоконтурные земли есть практически в каждом сельском поселении. Так что предоставить плодородную почву для развития готовы всем желающим предпринимателям. Параметры, в принципе, мы будем делать по аналогии с другими регионами России, где это уже работает. Но главное требование, наверное, будет подтвердить свою готовность на этой земле заниматься. Главный смысл законопроекта будет заключаться в том, что землю можно будет получить по упрощенной схеме.